Здравствуйте! Сегодня я предлагаю поздравить очень важного юбиляра. Юбиляра, который отмечает свой первый годик. Маленького мальчика или девочку, которому исполнился всего год. Обязательно родители отмечают такое событие. Поэтому стих я написала сама. Я думаю, вам понравится. С него я начинаю юбилей. И самое главное, чтобы гости отвечали хором. Говорили имя именинника в ответ на мои вопросы и предложения. Мы собрали всех гостей на первый в жизни юбилей. Юбиляра приглядели, по нарядному одели, но я решила в этот час расспросить о нем у вас. Кто всех лучше и умней, всех добрей, внимательней, всех на свете веселей, мальчик замечательный? Гости хором отвечают. А на ком от поцелуев уже живого места нет? Какой мальчик нам дороже всех банкнот и всех монет? И в честь кого кричат троекратное ура мама и папа и вся семья? Это сложная дорога, первый годик прошагать. Господа, скажу вам прямо, это надо обмывать.